Пу-пу-пи-ду. Привет! Скучал по нам? Бухнул, заснул, проснулся, отдохнул. 6 февраля настанет день, когда на троих снова вернется в эфир. Прямо вот! Премьеры со вторника по четверг. Глотнула тюленя! Жестче любишь, да? Ты шо... Что угодно сделаю! Перейди по ссылке, подпишись на канал и не пропустишь новые серии. А ты специально такая тупенькая? Ну, чтобы с детками на одном языке разговаривать. А может быть, еще рюмасочку? Ну, это же твой любимый виски. Любимый. А он такой вкусный. Как он пахнет. Ой, как пахнет. Как хочется его. А может быть, еще 50 грамм? Но он же так по телу хорошо разливается. Сразу так тепло стало, да? Так приятно. Ну, давай. За маму. За здоровье. А еще нужно выпить за женщин. Да, за женщин, за жену. Даже не за жену. За тех женщин, о которых я никогда не узнаю. Алло, мамулечка, ты еще здесь? Сашенька очень хочет поздравить тебя с днем рождения. Прям трубку вырывает. С днем рождения. Не сложно, да? Алло, мамуль, он тебе столько всего желает. Счастья. Здоровья. Здоровья. Чтобы ты никогда не болела. Чтобы ты радовалась этой жизни. Долгих лет тебе. Вот что он желает. Чтоб ты сдох. Пока, мам. Алкаш. Не-не-не, хватит. Яночка, дорогая, я дома. Сашенька, ты так рано вернулся. Слушай, а ты не мог бы пойти купить хлебушка, а то он у нас так неожиданно закончился? Хлебушек? Хорошо, куплю хлебушек. Хлебушек. Ушел? Яночка! А какой хлебушек? Белый или черный? А возьми черный. Черный. Хорошо. Сейчас точно? Вы не знаете. Яночка! А какой это? Ты... А какой взять лучше? Цельный или нарезной? Нарезной. Нарезной. Най-на-на-най-на. Я лучше под кровать. Яночка! А какой взять? С семечкой или с тмином? Возьми семечкой и давай быстрей. Хорошо, с семечкой, ничего, нарезной. Угу. Штаны, блин! Яночка! А какой взять лучше? Бородинский или украинский? Да бородинский бери, ты достал уже! У нас гости? Так может, две буханочки взять? Сиди здесь, я сам куплю. Бородинский, пожалуйста. Две буханочки. Семечкой. Хороший мужчина. На троих. Как вы себя чувствуете? Больной. Как чувствуете себя? Хорошо, все отлично. Хорошо. Что? Очень хорошо. Скажите, ничего нигде не болит? Нет, все отлично, доктор. Если у вас будут какие-то неприятные ощущения, вы мне обязательно скажите. Уже есть неприятные ощущения. Какие?
Да вы меня постоянно отвлекаете, доктор. Все, все, все. Ой, доктор, как хорошо вы лечите. Так. Виктор Николаевич, скажите, а мне еще долго так перед пациентами танцевать? Ну, пока не привезут обезболивающее. Вы хотя бы за это доплачивали? Яночка, ну вы же знаете, что медицина у нас бесплатная. А я нет. Ну вот, есть неплохой вариант. Отель Ocean Platinum Resort, Турция, 5 звезд, номер для молодоженов. Нормально. Ой, Бусь, Турция нам не подходит. Чего это? Бусь, ну мы же с тобой договаривались, что мы не будем летать в те страны, где я отдыхала с Лешей. Я бы этого Лешу... Ладно, еще варианты. Ну, есть Египет. Отель Marmaris Park Resort, 5 звезд, все включено. Нет, Египет тоже нет. Чего нет? Ну, мы же с тобой договаривались, что не будем летать в те страны, где мне все будет напоминать о Лёше. Грёбаный Лёша. Еще думайте. Ну, еще вариант. Пхукет, пляж Патонг, отель Marmaris. Была два раза. С Лёшей. Неважно. Слышишь ты, давай ты выберешь, куда мы летим сама, чтоб ты там не была ни с кем и ни разу. Давай? Да. Я не была на Мальдивах. Есть вариант. Мальдивы, отель Tropic Paradise. 10 ночей, 12 тысяч долларов. 12 тысяч долларов? А, да. Всего. Понимаешь, я там отдыхал с Лешей? Со Светкой. Не могу же я испортить нашу с тобой романтическую поездку. Но я ж не могу так с тобой поступить, ну? Друзья мои, можно я вмешаюсь, дам небольшой совет? Едьте на Мальдивы, возьмите Лешу, возьмите Свету, и там разберетесь, кто с кем и когда, да? Так, мой совет. А меняться номерами можно? Там можно меняться всем. Давай, тетя. О, прекрасная принцесса! Позволь нам начать турнир в твою честь. Турнир рыцарей круглого стола за поцелуй принцессы. Можно секс? Лорд Степлер, ведите себя достойно. А, да. Итак, мы начинаем первый турнир лучников. Необходимо стрелой пронзить сердце жадного, жуткого, страшного чудовища. Ну что? Шваброя тряпочный. Получай. Вот тебе ать! Ведро помойное. Половая мышь. Ты подполовая мышь. Да! Попал. Начинаем турнир конников. Сдавайся. Тебе не победить, сэра Принтерлока. Да хоть бух учета. Отведай моего клинка. На! О, ты пронзил меня своим мечом на целых 6 сантиметров. Так как я победитель турнира, я имею право на круг почета на вороном жеребце. Но! Опять за свое? Извините, ваше высочество. В смысле, Яна Викторовна, мы сейчас все... Да, мы садимся уже за отчет, и мы все сделаем ударным трудом. Не переживайте. После разговора с руководством, по итогам года я поняла, что вас нужно мотивировать совсем другими методами. Вы поставите нам Xbox? Лучше. Я так понимаю, мы сегодня будем с вами работать допоздна? Конечно, пупсик.
есть это он, да? Это он чинил тебе машину. Ну, за чего ты? Мужчина, мужчина. А ну, стоять! Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, это вы чинили моему мужу машину на прошлой недельке? А? Ну, а? Это... Ну? Ну да, я, а кто, чего, нет, ага. Да. То есть, вот этот вот волос, это ваш, правильно? Ваш волос. Волос, да. Русый, длинный, ваш волос. Ну да, постригся недавно. Проиграл в карты. А раньше был длиннее, как у зверя. О, такие были. Прямо я так и пел, я хорошо. Мы там дискотеки. Понятно. Крутили. Хорошо. А помада? Вот эта вот. Вот эта вот яркая помада. Помада точно. Не помню, какой номер. Ну-ка, 382-й. Так это мой любимый. Редкий оттенок, кстати. Спасибо. Ну. Угу. Интересно. Ну, давайте, ну. Ну, только я хотел бы, чтобы эта маленькая женская тайна осталась между нами. Тогда последний вопрос. Трусы, значит, тоже ваши. Правильно? Цвет точно мой. Угу. А размер-то? Размер-то почему меньше? Почему? Я же курить бросил неделю назад. И как поперло меня в сторону. Так, как камбала, вот это, знаете. Или камбала, она плоская. Я ж тебе говорю, я ни при чем. Ну что ж, Кобель, повезло тебе. То есть вот это и есть ваша мужская солидарность. То есть, если бы я сказала, что нашла у него презервативы, вы бы сказали, что затрахались с нашей машиной. Ну, зачем бы так? Понятно. Жду тебя в машине. Да, хорошо. До свидания. До свидания. Спасибо тебе большое. Реально выручил. За труселя можно было бы и набавить. Я вообще не знаю, откуда они взялись. Они там после ремонта появились. Подожди, а тебе кто ремонт? Иду. Высокий такой, высокий, худой. На троих. Куда бы вы хотели съездить? Да мы, в принципе, уже практически везде были. Так что давайте там предлагайте варианты. Бабло не вопрос. Мне для своей кисы ничего не жалко. Ну что ж, сегодня в тренде Испания, Италия. Оу! Нет, фи! Во-первых, мы там уже были, а во-вторых, там везде эти наглые приставучие турки. Угу. Да? Ага. Ну, тогда Черногория. Оу! Тетя, ты меня слышишь? Мы в Черногории были, там тоже эти наглые приставучие турки. Турки? Да. Да, турки везде. Вообще-то 2 миллиарда, если ты не в курсе. 2 миллиарда турков? Вообще-то, девушка, 2 миллиарда китайцев. Вообще-то... Мась? Чё? У китайцев тоже 2 миллиарда? Ну да, их тоже до хрена. О май гад! Это получается, если на всей земле 7 миллиардов людей, значит, половина из них турки, а половина из них китайцы? Получается, что так. Может, Майами? Хорошо, Майами. Круто! Это где? Это Флорида, девушка. Мась, во Флориде же холодно. Че холодно? Мась, че значит че? Флорида находится рядом с Норвегией. Это Финляндия находится рядом с Норвегией, а Флорида вообще в другом полушарии. И че? Давайте, оформляйте. Мастер, это все оформляй, а я пойду потрачу немного денежек. Немного, все. Давай. Мяу-мяу. Много не потратишь, я лимит на карте 2000 поставил. Вы меня, конечно, извините, но чего это ваши девушки везде турки мерещатся? Понимаешь, мать, на самом деле мы никуда, кроме Турции, не ездили.
Никаких Италии, Испании. Только Турция и капец. А нафига тратить больше денег, если она в географии вообще не будет? Ну да. Так что оформляем? Да что, оформляй. Анталия, только напиши на путевке Майами. Ух уж эти турки приставучие, скоро совсем мир захватят. Да. Просекаешь, да, тему? Ох эти турки. Прям везде. Пошли, пошли. Здравствуйте. Здрасте. Мой муж был вчера у вас? Да, был. Здравствуйте. Так вот, его вчера ограбили. Как? Ну вот так вот. Он получил зарплату. Зашел к вам выпить чашечку кофе, а потом вернулся домой без денег. А, я, кажется, понял. Я думаю, я смогу вам помочь в этом вопросе. То есть вы видели грабителей? Более того, я даже могу вам назвать их фамилии. Вот. Пишите. О, спасибо, да. Джек Дэниелс. Это кто? Это очень опасный тип. Может не только ограбить, но и украсть человека на неделю. Хорошо, что отпустил. Молчи. Пишите дальше. Джонни Уокер. Пишите, да? Есть Уокер. Клан Макгрегор. Записки, это шотландцы, да, целая шайка. Потом подошла... Окружили тут. Окружили, да. Подошла потом кровавая Мэри. То есть бабы были? Я уже не помню. Ну, я зато помню. Вначале они действовали поодиночке, а потом... Перемешку. Видишь, все вместе действовали. И все это дело закончил Вельни Поповинский Козел. Козел? Да, он его немножко подограбил в конце еще. Ты представляешь? Это все, да? Да, все. Хорошо. Так, я иду в полицию, а ты жди меня здесь. Хорошо. Хорошо, дорогая. Фух, спасибо тебе, мужик, выручил. Слушай, а можно, чтобы меня Вельни Поповицкий Козел снова грабануло? Легко. Так, дорогая, что в полиции сказали? Сказали, будут искать. Молодцы. А еще я шла сюда, так. И меня тоже ограбили. Кто? Кристиан Диор, Виктория Секрет. И немножечко Коко Шанель. Представляешь, они с твоей карточки все деньги украли. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вас слушаю. Нам бы поехать в тур. Какой тур? Тур выходного дня или длительный? Романтический. Ах, романтический. Ну, тогда я советую Париж. Париж. Париж – это город романтики. Париж. А что? Представьте, Париж, Эйфелева башня. Mm-hmm. Мы забираемся на смотровую площадку. Да. Перед нами открывается весь город. Это очень красиво. Я говорю, дорогая, я люблю тебя. Она мне отвечает, я тебя тоже, милый. Я вынимаю из кармана вот эту коробочку, сажусь на колено. Это все видят люди, начинают снимать нас на телефоны. Я открываю ее, здесь кольцо, и говорю ей, дорогая, ты выйдешь за меня замуж? Я согласна! Дура! Весь сюрприз испортила. Все, девушка, спасибо, не надо ничего. Милый, милый, подожди, попробуй еще раз. Яхта. Белоснежная яхта посреди океана. А на яхте только мы вдвоем и капитан в белой форме. На корме столик на двоих. Она выпивает бокал шампанского, а на дне бокала кольцо. Я спрашиваю, дорогая, ты выйдешь за меня замуж? Класс. Оформляйте. Оформляйте. Скажите, а вы уверены, что она не догадалась о сюрпризе? Кто? Это? О чем я должна была догадаться? Блондин. Они такие блондин. На троих.
Я еще раз повторяю, ничего запрещенного у меня нет. Что вы ко мне пристали? Работа у нас такая. Мало ли, что вы везете из своего этого Сан-Франциско. Опа! А это у нас что? Предмет старины? Нет, не предмет старины. Это мой кубок. Кубок? А за что? Чемпионат мира по стриптизу. Слышал? Стриптиз у нас теперь спорт. А я, получается, болельщик со стажем. Я вам серьезно говорю, это мой кубок за второе место. Ну, вы не расстраивайтесь. Главное не победа, а участие. Участие в контрабандных перевозках. Не верите мне, да? Ну, хорошо. Снимать нельзя. Ты лучшая. Этот кубок твой. А, не-не-не. Не-не-не. Вот, держи. Франция, 17 век. Пофиг, Сан-Франциско, ты для нас лучшая. Ты чего, он же в розыске. Скажем, не нашли. Спасибо, ребята. У вас-то и чаевые получше. Ну все, всего вам хорошего. Адью. Да. Ну что, зовем следующий? Подожди, дай от этой отойти. Надо покурить. Мономия. Да. Как чуть жаркая. Викуля, я дома. Давай. Работаем. Прекрасно. Отлично. Багира. Что здесь происходит? А это... Это не то, что вы подумали. Конечно. Так, работаем. А, это вы на паспорт фотографируете? Что ты меня позоришь? Это известный фотограф. Он лауреат международных этих конкурсов. К нему очередь на месяц вперед. У нас просто фотосессия. Да, не мешай. Молодец. Воздух от движения, эмоции. Я прошу прощения, а почему она полуголая? А потому что он работает в стиле ню. Это его конек. Да. А вы почему в трусах? Как это объяснить? Это состояние души. Нужно войти в образ, поймать экстаз. Он гений. Молодец, красота. Beautiful. Я прошу прощения, маэстро. Что? Мне кажется... Глаза, да? Глаза. Мне кажется, я знаю, как сделать ваши фотографии очень дорогими. Да? Как? Я где-то читал, что работы художников больше всего в мире ценятся после его смерти. Особенно внезапно. Не надо, это известный фотограф. Фотограф? Не надо. Крышечку снимать надо. Фотограф. Упс. Здравствуйте. Здрасте. Пиво, пожалуйста. Секунду. О, привет. Здрасте. Поехали ко мне? Что, прямо так, что ли? Да. Ну, поехали. Не, подожди. Только счет мне плати, я тут немножечко поела, попила. А, ну, мало. Пожалуйста. Ой. Бармен, сколько там? Она наела. 12 тысяч. Ну что, есть разбила, что ли? Нет, она уже просто третий день ждет, когда кто-то с ней поедет. Ага. Ой, привет. Поехали ко мне. Знаете, девушка, очень дорого. Хотя... Привет, поедем к тебе. Но можно мы с другом, как сказать, счет... В на двоих оплатим. Такой на троих. Ты моя зайка. Слышь, друг,
У тебя 6000 есть? Да. Можно, доктор? Можно. Заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что у вас болит? У нас все болит. Нам нужно моего мужа определить к вам в больничку. А что с ним? У него сотрясение мозга. И ушиб грудной клетки. Да. Так вам на рентген нужно срочно. Я вам так без рентгена скажу. Второе и седьмое ребра и ушиб... грудной клетки. Грудной клеточки. В таком случае вообще надо в стационар, и это срочно. Нет, 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 нам не срочно. Mm. Через две недельки у моего мужа будет день рождения. И он обязательно напьется до состояния травмы головного мозга и ушиба ребер. Напьешься же? Когда я тебя подводил. А потом вот эти очереди, лекарств нет, ну вы сами знаете. Ну, я-то знаю, но... А может, ваш муж просто не будет напиваться? Это мы пробовали, но тогда его на баб тянет. А в этом случае реанимация. Как реанимация? Ну, я-то себя знаю. Подтверждаю. Так что определяйте нас сюда, а мы обещаем, через две недели мой муж явится со всеми перечисленными травмами. Как штык. Угу. Только можно, пожалуйста, отдельную палату? Все-таки юбилей. Спасибо, любимая. Постараемся. Еще нужно в милицию зайти и на всякий случай забронировать камеру. Одиночную. Спасибо. Все, счастливо. Через две недели буду, так что запасайтесь лекарствами. Прикинь, Маруся, как бывает. Извините, а где у вас окулист? 14-й кабинет, а что случилось? Ничего. Вот, медсестру за папку ущипнул, а я-то себя знаю. Дал слабину.